Здрасте, здрасте. Надо уже прям полностью так вот сделать. Так вот, чтобы вот так вот. Так вот. Безумие, блядь. Безумие, нахуй. Вот так вот сидеть, так вот с безумным. Ебать, нахуй. Что происходит? Что? Вот. Так, ну, идем ограбление. Ограблять пойдем. Идем. Смит компания придет к потере результатов достигнут после прохождения последней контрольной точки. Окей, там все сохранено. Продолжить, да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Начинаю запись данных. Мои источники сообщают, что Маджи готовит возвращение. Старые преступные семейства были разгромлены, но Фиск исчез, и они снова наращивают влияние. Доны годами сосуществовали в мире, но теперь в условиях безвластия они начнут борьбу друг с другом. Когда одно из семейств выступит против остальных, лишь вопрос времени. Нужно держать связь с моими источниками в органах, и надеюсь, мы остановим бандитов, прежде чем они наберут силу. Прям с космоса нахуй. Привет, Пит. У меня тут есть один интересный сюжет. Здоровчика. Разоблачение Оскорб? Лучше. Я пишу о гангстерах из Маджии. Гангстеры? Че я думал, они сгинули вместе со Свингом. Оба раза. Они почти слились. Но без Фиска и демонов Коза Ностра решила вернуться в игру. Обожаю, когда ты говоришь грязно. Полегче, Тигр. Слышал, в прошлом месяце федералы пожелали Маджию? Ага. Так вот, у одного из донов пропала картина под названием «Мария». А теперь она нашлась в Манхэттенском музее. И? Мой источник сообщил, сопли что одно из семейств хочет снова ее украсть. Сегодня. Кажется, тут нечто большее, чем любовь к искусству. Я загляну в музей. Шмяк. Так, а, я там фотки же всегда нашел, точно. И получил супер-мега-костюм, супер-награду, блядь, футболку колледжа Нью-Йорка, блядь. Вообще потрясающе. Думаю, нахуя она мне усралась, а просто. Бред какой-то. Уёбываю. Чё-то я закрутился. Энджей, похоже, твой источник не врал. Тут пытается вломиться целая армия бугаев. Оставайся на связи, я гляну поближе. Будь осторожен. Если это ребята Маджи, они готовы на все. Шевелись давай. Боссу нужна эта картина. Мы уже должны были закончить. Хочешь попробовать? Ну, вперед. Да уж. Чего только люди не сделают, лишь бы не платить за входной билет. Что насчет охраны? Босс сказал стрелять без вопросов, если что-то вякнет. Ему палец в рот не клади, да? Научились бы наслаждаться искусством в рабочее время. А я ж могу, типа, он туда. Там что, барабаньки? Да и пошел ты просто. Опасно, опасно. Dangerous. Все безопасно, опасно, безопасно. Потеря! Да, да, ты... Мы не шарим. Как мы отличим, что здесь ценное, а что барахло? Сходи, проведай. Выключаем.
Хорошо, сейчас пойду. Куда ты там пойдешь? Как вы, типа, с... Бошки, типа, вообще наверх нахуй не поднимаете? Мы ведь уже... Так, а вы так ничего и не поняли? Да уж, они тупые, блядь, пиздец, кретины ебаные. Я знаю кое-кого из них. Это Фредерико Фризелли и Сэл Патрило. Они же из преступного семейства Кувалды, верно? Зачем ему нужна Мария? Не похоже на него. Я тут осмотрюсь. Надо убедиться, что я никого не упустил. Дам знать, как найду что-нибудь. Убелкайся в конче. Так, что там надо сделать? На главном входе все чисто. Надо проверить другие входы. Даже припарковаться нормально не могут. Нет, тут никто не войдет. Так, а это что? Эй, а что это? МДЖ, кто-то вырезал отверстие в крыше. Я пойду проверю. Значит, пока ребята Кувалды ломились с главного входа, кто-то проник внутрь через крышу? Похоже на то. Здесь ни души. Вообще, тут что, нет охраны по ночам? Да, проверь будку охраны у входа. Там должны быть камеры. Они бы увидели, что кто-то к ним проник. Дверь в будку охраны заперта. Без отпечатка ладони не открыть. Внутри наверняка есть подсказка, что случилось с охраной. Сможешь открыть этот замок? Без руки охранника нет. Или ее отпечатка. Если нет охранников, может, снимешь отпечатки с вещей, которых они касались? Да, камеры типа совсем не работают, а, да? Да, это мысль. Всегда рада протянуть руку помощи. Типа да, я отпечаток. Бегаю такой, ну, типа камеры такие снимаю, часть. Типа, а что он делает? Надо типа... бы еще поискать. У нас там Человек-паук, блядь, просто бегает. Странно. Такой. Охранники будто испарились. Фонарик, можно снять отпечаток. Еще одна. Класс. Нормальные охранники не оставили бы свое добро просто так. Разве что их кто-то заставил. Где-то здесь точно должен быть отпечаток. Да вот же он, блядь. Конечно, ладно, блядь, то логика в этой игре вообще, отпечаток. Блядь, такая тупая чисто. Прям игру для детей делали вообще. Это как новые фильмы с этим, с Том Холландом, блядь. Господи. Чё за цветомузыка, блядь. Ну ёба, понеслась. Я смогу перенастроить сканер, чтобы он принял мой отпечаток. Давай настроим. Давай это сделаем. С тобой вместе. Если я обойду оптический сенсор, то загружу свой отпечаток. Ой. Но ты не можешь этого сделать. Ну типа, бац. Здесь типа, ну бац. Что тут у нас? Бац. Ну вот так. А здесь вот так. А здесь вот так. Что там надо? 5, да? Угу. Готов. Передаю отпечаток ладони. Погода заебала. Ой, глаз чешется.
Крючок. Открыл. Здорово. Что ты видишь? Живы. Кажется, их просто усыпили. Следов борьбы нет. Кувалда так чисто не работает. Но если не кувалда, то кто? Там есть записи с камеры. Если не кувалда, то наковальня? Я хуй знает. Кто-то отключил камеру номер 5. Подозрительно это все. Я снова ее включу, и мы посмотрим, что они там прятали. Она направлена на одну из картин в экспозиции. Видимо, это Мария. Ее еще пока никто не украл. Я посмотрю поближе. Надо выяснить, что в ней такого особого. Картина «Мария» — это шедевр современного пасторального импрессионизма. Эпопея с ее похищением и возвратом почти столь же любопытна, как сама картина. На вид — самая обычная картина. Так и есть. В музее полно куда более ценных вещей. Так почему же Маджи охотится именно за этой? Погоди, Эмджей, кто-то идет. Типа, раньше они так сделать не могли, а теперь они так сделали, да? Типа, потрясающе. Глядите в оба, Человек-паук может быть еще тут. Типа вы не торопитесь, да, особо-то? Ментов-то нету в этой вселенной, блядь. Она под защитным стеклом. Эй, скажите Фрэнку, что придется притащить большие пушки. МДЖ, парни кувалды вызвали подкрепление. Меня пока не заметили. Хорошо, не подставляйся. Я не вижу паука. Так. Ну и чё? Чё это? Здесь нет никого. Ладно. Это стекло так просто не пробьешь. О своей работе подумай. А ребята разберутся со своей. Что-то там чувак тупил, блядь. Круги наебывают. Ладно, пока наебывают. Думаешь, это статуя стоящая? Босс сказал, что надо себя до того, как ты говоришь, а не до. Не спрашивай. Надо было читал. Че это, блядь, с ним? Безумие! Он безумие вытворяет. Да, блядь, а чё я вниз-то упал? О, чё дико внизу? Ты, блядь... Копы вот-вот препятствий будут. Не видишь, что ли? Чёрту все. Хватаем, что можем, и бежим. Отлично. Теперь они хватают все подряд. Надо дать ему уйти.
Отсюда есть только один выход. Через него они и вошли. В воздухе! Я разберусь с этим клоуном. Что ты там взял? В следующий раз купи сувенир. Блять, прости, прости. Там вот мужчина, там он бежит, он мне нужен очень сильно. Здравствуй. Да, наверное, дорогая. Где ты там? Мужчина. В качестве утешительного приза пришлю тебе фото этой штуки. В камере повесишь. Лучше убегай. Да кого ты там? Где ты там? Че ты брать там? О, уже по два, да? Отвлекайте его! Я почти у выхода! Выше нас. Может, в тюрьме есть уроки искусства? Здравствуй. Попался. Не успел. Куда ты, блядь? Еще где-то. Я задет! Кажется, придется вам другие подарки на День Матери поискать. Как насчет пены для ванн? Да они еще какую-то хуйню, блядь, крали. Питер, ты тут? Как ты? Да, думаю, я всех поймал. Придется кучу экспонатов вернуть. Что насчет Марии? Это мог быть отвлекающий маневр. Вот и я о том же. Вернусь-ка я назад. Надеюсь, стекло достаточно прочное. Стекло все еще на месте. И его не пробьешь. К Марии никто и близко не подберется. Миссия выполнена? Я надеюсь. Слушай, мне придется попозже перезвонить. Почему? Что там там? Классно выглядишь. Тренируешься, да? Нет. В смысле, так, немного. Так, ты теперь в одиночку? Или вернулся к бывшей? А, немноговато вопросов. Я любопытна. Слышал, любопытство вредит кошкам. Лучше скажи, что тебе здесь нужно. Просто ждала удачного момента. Обернись. Это, она как будто... блядь. Наркоша какая-то. Ебать. Серьезно. Кто будет стрелять, блядь, базукой внутри здания? Кто приносит ракеты в музей? Ага. Ёб ты, блядь, в рот. Он не шутки шутит. Я тебе челюсть сломаю. Хочешь кого-то покрепче? Ах ты. Ну, держитесь. Он по тебе ещё гости, красавчик. Я тебя порву. Мамку всю порви, блядь. Еще раз убитый труп. Расклад уже не в нашу пользу.
пользу! А ну спускайся, плохо! Да, блядь, не успел. Я тебе челюсть сломаю! Что за черт? Милые новые приемы. А твои старые уже не очень. Ты же завязала с кражами искусства. А кто сказал, что я тут за этим? Что? Что ты делаешь? Тебе нужно кое-кого спасать. Опять? Что? Помогите! Что? Куда она делась? Все в порядке, Питер? Извини, МДжей, старая подруга встретилась. Кто? Беда. Она еще умеет задом наперед писать. Это отлично просто. Задание Мария завершено. Костюм ги... Так он мне и так был гибкость. Так эта черная кошка проникла в музей через крышу. Она заодно с ребятами Кувалды? Да. Она, наверное, следила за мной все время, что я был тут. Просто скажи мне, что она не сбежала с Марией. Не с Марией. Хорошо. Она просто выломала флешку, которая была в раме. Что? Прости. Как думаешь, что могло быть на этой флешке? Хороший вопрос. Я поспрашиваю об этом. А я пойду по кошачьим следам. Всем постам. Нам сообщают о взрыве у Маймс-сквер и Брайанта. Взрыв? Я проверю. Так, а где там, что там? О, вот, да, вот в районах, блядь. Слава богу. Чё-то... Ну, блядь. Вот где 5, это надо преступников. Ну, ебаный в рот. Вот только вот в основное это все это сделал. Еще и тут это вот ебаться, вот это вот хуйню этой заниматься непонятное. Недоступны, да? Окей, окей, отлично. Козлы сраные. Заложенник. Надо вызвать сапёра. Минозаложенник. Бомбы в машинах? Тут нужна точность. Ладно, дружок, пора искать взрывчатку. Отключено. Буду искать другие. Надо их готово. Готово. Теперь последнюю.
теперь все. Кувалда не шутит. Надо поискать в городе другие сюрпризы. Это жетон преступления. Да пока ничего не открылось. Алло? Человек-паук? Это детектив Баки. Мне дал твой номер друг из полиции. Думаю, я даже знаю кто. Чем могу помочь, детектив? Лучше рассказать все лично. Не заглянешь в участок в Гринвиче, если будет возможность? Ты вроде бы предпочитаешь крыши. Не вопрос. Скоро буду. Вот и занятие, пока жду ответа от МЖ. Не верится в то, что было в музее. Не в духе черной кошки связываться с кем-то вроде Кувалды. Надеюсь, МЖ разузнает, что там с этой флешкой. Давай. Всем постам сообщается о взрыве бомбы в машине. Нужно подкрепление в Тендерлойне. Прием. Как вы уже, вероятно, знаете, Человек-паук не дал громилам криминального босса Кувалды ограбить музей современного искусства. Он молодец, да? Нет! Они чуть не разнесли все здание по камешку! Они стреляли в нем из ракетниц! Вот поэтому Человек-паук опасен! Даже действуя во благо, в чем я сомневаюсь, он превращает любую ситуацию в натуральную катастрофу! В чем смысл защищать музей от гангстеров, если в итоге он чуть не взлетел на воздух? Нет, лично я об этом бы сильно не жалел. Современное искусство искусством-то назвать трудно. Туманки из-под супа выставят у холсты с невнятными пятнами краски. Точно их рисовал пьяный слон. Но я не искусствовед. Мне просто не нравится, что этот ряженый разносит места общего пользования. Так, ну с этим тоже справимся. Один из пяти. Чё тут у нас? Спимажи. Ну, блядь. Человек-паук, я здесь. Угу. Гордон? Детектив Маки, верно? Спасибо, что пришел. Ой. Я хочу поговорить с тобой о черной кошке. А я не очень. Не о новой кошке. А, это ее отец. 20 лет назад. Я работал над делом. Так черная кошка лишь подражатель? А что случилось с оригиналом? Умер в тюрьме. Но мы так и не нашли все украденные им картины. Есть новая зацепка, но департамент не хочет заниматься закрытым делом. Угу. Вот как? А я не против им заняться. Отлично. Вот нужный адрес. Я все расскажу по пути. Спасибо за помощь. Мне скоро в отставку, а это дело не даст мне покоя. Так что я перепроверил все материалы. Прежний кот предпочитал красть предметы искусства. Но перед арестом он проник на фабрику датчиков дыма. Датчиков дыма? Странно. Не очень. Внутри у них изотоп америции 241. Мы думали, что кот хочет его продать, но на днях я смотрел фильм, и он подсказал мне кое-какую идею. А что, если кот пометил изотопом украденные картины, чтобы найти их потом, когда выйдет из тюрьмы? Что это был за фильм? Хотя, нет, давай без спойлеров. В общем, я подумал, что если мы отследим... Что это был за фильм? Давай без спойлеров? Картины. Ты даже название не знаешь. У меня есть детектор, который может помочь. Позвоню, если что-то найду. Спасибо, Человек-паук. Если я наконец разберусь с этим, то спокойно уйду в отставку. Придурок. Похоже, я рядом с одной из украденных картин. Сигнал идет из этого блока питания, но электричество к нему не подключено. Он обмотан. А, тубус для картин. Детектив, я нашел украденную картину. Она была в фальшивом блоке питания. Да, так и знал.
Оставь ее там, я пошлю за ней кого-нибудь. А пока отправлю тебе координаты других мест, где бывал Харди. Хорошо, стоп. Ты сказал Харди? Ага. Первого черного кота звали Уолтер Харди. Я покопаюсь в его досье и расскажу, что еще узнаю. Ну вот, картинки подъехали. То есть, почитать у нас преступление и еще что-то должно открыться. Вот это что-то одно Уолтер Харди, откроется. Первый черный кот. Фелиция Харди, нынешняя черная кошка. Похоже, это дело у них семейное. Питер, полицейский сканер сообщил о перестрелке в районе Хадсон и Нортмур. Это же район под контролем Маджии. Точно. Чтобы не украла черная кошка, это положило начало войне банд. Ладно, я туда все проверю. Есть новости по поводу ограбления? Вот что я выяснила. Никто не знает, что было на той флешке в раме Марии. По слухам, ее заполучил Кувалда. И теперь семейство Маджии в панике. Видимо, это что-то ценное, раз черная кошка даже не забрала картину. Интересно, почему кошка сотрудничает с Кувалдой? Обычно она работает одна. Кто знает. Я уже давно перестал пытаться понять Фелицию. Ах, Фелиция? Вы что, друг с другом на «ты»? Ну, мы трахались раньше, так как сказать. Бы. Ладно, давай держать друг друга в курсе. Ты же тоже с Гарри трахалась? Ну и со всеми другими придурками. Ничего же, ребятки, пора бы прикрыть эту лавочку, пока никто не пострадал. Фух, готово. Ёбду мать. О-ха-ха-ха. О, господи, тут вся банда. Да. Я всех положил. Ладно, ладно, ладно. Я сдаюсь. Если заговорю, мне срежут срок. На многое не рассчитывай. Ну та цыпа с белыми волосами велела нам спуститься и пошуметь. Тупой развод. И тупица я. Где вы ее встретили? В магазине на Уэйверли. МДжей, стрельба была для отвлечения внимания. Черная кошка устроила ее, чтобы увести полицию от Уэйверли. У одной из семей Маджи есть что-то на Уэйверли. У цицеронов вроде. Может, я все еще могу ее поймать? Фелиция никогда не торопится. Она очень методична. Да неужели? А, я буду на связи. А вот и магазин. Ну, Фелиция, где же ты? Бодяга. А вот ее пост наблюдения. Зачем же ты следила, Фелиция? Есть.
Фелиция, Маджия, это не шутки. Не надо строить им глазки. Но я люблю строить глазки. Человек-паук? Он работает с кошкой! Взять его! Двумя! Воруя у цицеронов, ты подписываешь себе приговор! Ёбаный ты в рот! Вы поспешили с выводами, ребята! Я не работаю на кувалду или кого-то еще из семей. Просто выбрал не то время и место. Ёпти, блядь, в рот. Я даже не знаю. Ёп, ты чё там такая сволота? Да. Повеселились и хватит. Так, где же Фелиция? Люблю наблюдать за тобой. Навевает ностальгию. Что на этой флешке? Честно сказать, я и сама не знаю. Тогда зачем тебе красть ее? А иначе? Моего сына убьют. Сына убьют, блядь. Какой у тебя сын? Стой! Твоего сына? Проклятие. У Фелиции есть сын? Нет. Хотя почему? А я ведь могу быть... Не-не-не, лучше даже не думать об этом. Я нашел кошку МДЖ, но она ушла. Неужели? И впрямь аккуратно. Она украла еще одну флешку. Значит, у каждой семьи есть по одной. Что же на них? Ты выяснил что-нибудь еще? Да не то чтобы. Ладно. Похоже, она помогает Кувалде подготовить удар по остальным семействам. И это точно не кончится добром. Последнее, что нужно городу, это война банд. Я дам знать, если разузнаю что-нибудь про эти флешки. Как жизнь, ЧП? Это твой самый большой фанат. А вот чудило, да, блядь. Чудило? Только не говори, что ты вышла из тюрьмы. Еще как вышла. И прихватила с собой несколько поклонников. Они такие милые, помогают мне подготовиться к новому шоу. И я буду счастлива, если ты на него заскочишь. Пока! Что-то мне подсказывает, что навряд ли их выпустили за примерное поведение. Надо отправиться туда. Похоже, я рядом с одной из украденных картин. Добыча должна быть здесь. Вот она. Интересно, сколько такая картина стоит? Детектив, я нашел еще одну картину. Отлично. Похоже, мы вдобавок закроем еще несколько дел. А как Харди умер? Во время побега из Райкера. Утонул, пытаясь доплыть до берега. Зато теперь мы вернем похищенное им. А там, вдруг это поможет тебе поймать новую черную кошку. Точно. Над этим я и работаю. Мне пора. Пока. Эй! Магазин костюмов для тупых бандитов в другом квартале! Наезжать на лавочников бессовестно даже по меркам Кувалды.
Я вызвал вам такси. Пора вернуть фанатов чудилы за решетку, где им самое место. Так, а здесь что надо? Просто типа, блядь, их всех арестовывать. Почему я не могу туда? Ну а тут они как-то все так вот сидят, что ну чё, ну могу и вот этого, да, снять. Там жирика, но вряд ли. Чё, хрен, да? Я и тебя да не могу, да? Ну да, тебя я тоже не могу. Тут того могу. На нахуй. Да пошли вы нахуй, короче. Парни, вы бы и сами могли понять, что работать с кем-то по кличке Чудила не лучшая идея. Лети нахуй вниз. А тебе, блин. Получай, на. Пи-пи-пиу. Пяу. Все. Кое-что остается неизменным. Грязную работу чудилы всегда делает кто-то другой. Так, что они тут делали? Блять, бить почти очки вот это вот. О, я уверена, ты найдешь для меня время, потому что иначе мои фанаты разозлятся, и тогда могут погибнуть люди. Обожаю реалити-шоу, а ты? На что только люди не идут ради просмотров. Так, и вот все, все последние побочки я открыл, да, я так понимаю? Теперь мне надо всю эту хуйню выполнять. ЧП, знаешь, что такое эми-генератор? Я тебе популярно объясню. Если ты не отключишь их, они лишат весь город электричества. А начнешь отключать их не в том порядке, поторопись! У нее там наверняка двоичный повторитель. Я могу подцепиться к нему и понять нужный порядок. Паутина поможет. Типа па-па-па-па-па. Я разошлю цели фотобомб по окрестностям, так что будь начеку, если сделаешь снимок вовремя, бонус! Ничего. Угу. Красота! Этот отключен. Пора искать следующий. Да, блять. Дорогие
смотрите. Не забудьте подписаться на мой канал. Никогда раньше не видел, чтобы паук так быстро двигался. Согласна, чего только не сделаешь, когда на тебя смотрят. О, не пропусти фотобомбу! Это лайк! Какая она мерзкая, блядь. Идеал был близко. Я узнала следующую цель кошки. Правда? Как? Согласно полицейским переговорам, только что произошло ограбление с ее почерком. Вот координаты. Если найдешь ее, не дай снова себя обдурить. Да уж, я буду начеку. Она, не знаю даже, приносит с собой неудачу, куда бы ни пришла. Черная кошка, к несчастью. Оригинально-то как Пит. Так. Ну и теперь же смотрим. Угу. Одна картина, пять... Да, вот все. Сейчас я, наверное, займусь вот этой всей хуергой, блядь. А, тут вот еще что-то будет нам доступно. То есть... Ищем картины, блядь, самых преступников. Ну, скорее всего, там будет побочка, я так думаю. Как-то так вот. Ладно, на этом все. Давай, до свидания.